Сейчас опять все зависло, блядь. Я его собрал. Нормально собрал, что мне нравится. Пиздец. 1000. 90. Спирит для 90. Эдно сотку. Так красиво. Ну с 9,80, блядь. Чумного приста какого-то сделали, блядь. Чуму стоишь, спамишь, нахуй, как бич. Хоть что-то, нахуй. Ну, блядь, но на лече чё лучше было, пытку стоишь, спамишь, блядь, как бич, нахуй, всю дорогу вообще, блядь, там три доты обновилось, стоишь пытку, пока декл стоит. Одну кнопку. Там плюс-минус одно и то же. На него доты нельзя повешать. Болезнь. Нет, на него нельзя болезнь вешать. Понял. Или кровотечение. Дамажить. Надо как. Здесь прям на армсе плачешь, блядь, и на ШП стоишь. Хоть сколько стоишь. На ДК, блядь, что делать? Атакой бей. Спасибо. Ёбаная ракета, нахуй, промахнулась, нахуй, говно. Аталик прокает раз в минуту? 90. А, 90 секунд Аталика, когда. Полторы минуты, так же, как у Воли. Полторы, это пиздец, конечно. Так он, блядь, на 20 секунд, по-моему, вешается. Ну там 20 секунд вообще-то прок. Был бы он 30 прок, нахуй, было бы повкуснее, нахуй. То уволит он 30 секунд. А он лучше будет от этих часов? Или не намного? Конечно, лучше. Конечно, лучше. Часы вообще кал, блядь. Там у них, блядь, либо у них прок купами какой, либо у них шанс прока очень маленький. То есть плюс они откатились там в 45, но... Шанс, что они прокнут, блять, может у тебя настать только секунд через 60. Вот у меня них так же, как у вспышки, говно шанс, он занижен. То есть у меня было такое, что у меня прокнули, блядь, 45. Ну, тринкеты в начале, проходило 45 секунд, прокнули тринкеты еще раз. И проходило еще половина времени, и только у меня прокнули это говно, ебаные часы. Там так же, как на вспышке, с ульты 25-ки прок очень кривой. О чем? Вспышки с ульты 25-ки. С генералом. Да на я... генерале тоже кривой прок очень. Хуй знает, что там за вспышка, блядь. Понятия не имею. Не, ну обязательно вспышка. Когда будет с 25 хм, вот эта вот вспышка, она будет топовская. Да ты ему. Ну, блин, понятно. Мне сегодня сказали, что ШП в Т5 не дамажит. И что курики. Тотемы, сука, уберите. Бидоны, блять, зубраджины. Такое себе, что Фрост ДКшники, ой, эти, Влад ДКшники там ебошат. Ну, это всегда так было, да? Да, я думаю, в Т5 все дома, даже хилы. Так, Брюли, тебе не надо объяснять, да, как менять на Синдре на второй фазе? Ставлю рыбу. Брюли. Слышишь? Брюли.
Я танч мистер. Войт, можно саппорт? Да, кидайте. Ну, нету. Ты вместо Блю танчишь, да? Я повела, ждал это. Ага. Так. Хилы там берите у Войда саппорт. Кто там еще? Не уверен, там танки. Притон, я дам пара рейку. С какого трая убьем? Пятого, шестого? С первого. Ну если хуетой заниматься не будете, то с первого. Значит, напоминаю, это на второй фазе все глыбы в этот в звезду, когда в сторону закинь, я скажу. Закинь, Войт, как в восьмую группу. Наверное, отключено, блять, а это опять посреди экрана торчит. Так. Пэса сними, у него главный танк, а там у меня в хилботе отдельный кронк. Ты можешь убрать это. Тут у нас главный танк. Все, разжаловал. Это самое, значит... Когда сдохнуть, вы тут можете от трех вещей. От глыбы, когда падает 4 бомбы, вы на взлетке спускаетесь вниз, 5 склепов, синие меточки над головой, вас ставите вниз. Рейндж между ними 12 метров. Ни к ним не подходить близко, ни друг к другу близко не подходить, чтобы двойной урон не получить и лишние склепы не получились. За этой хуйней прячемся, одновременно склепы бьем до 20%. 4 бомбы считаем, прячемся, вот если, допустим, бомба в звезде падает, прячемся, как я вот стою за порталами локовскими. Вот в порталах глыбы я стою за ней, и тогда я дамаг не получу. То есть на прямой линии прячемся от бомбы. Второе, это на притяжке, до притяжки поближе к боссу вставать, чтобы успеть отбежать. И третье, на второй фазе, когда появляются склепы, все ставим звездочку, и за каждым склепом скидываем стаки на восстановительной энергии. Если хоть один склеп пропустите, то получите двойной дамаг. Если склеп вас полетит, все сдохнут, треть сдохнет, вы сдохнете. Понятно, блядь. А, нихуя. Давай этот самый. Акиса, давай в хила. Потому что я в шипешнике. В пятого. В четыре не очень весело будет. А так, если что, гимнами подстрахуем. В пятером должны вывести. Не, ну можно, в принципе, но это надо, чтобы вообще рейд не ебланил. А так можно какой-то слаг простить. Пожири, попей какую-то хуйню. Есть у тебя рыба? А, это, еда. Сейчас он реснет, ман. Гуншот, ебани, Акиси, иннер. Озарение. Вот. Гуншот. Все, проверка и... Все, пошли, запускаем Вилаша. Сразу РДД поближе встаем, там у кого порталов нету, чтобы не проебаться. Тяжко, скоро готовимся. Убегаем. Ебаный ганшот, блять. Форма оленя, где у тебя, блять? Метки вниз спустились. Ну беги ниже, чё ты? Подбиваем до 20%. Смотрим сами, где падает. Считаем глыбы. Третья.
последняя, так что вливайте. Пускай полежит, но дамага все равно от него нету. Только что БР. Готовимся, скоро притяжка будет. Тяжко отбегаем. Глыбы смотрим вниз, спускаемся. Друг между собой и Рендж. Втроем, вчетвером не вставайте, сдохните. Вот в рейде бейте, все, не базарьте. Бейте быстрее, глыбы. Тревога, нахуй, бейте быстрее. Фул дамаг по глыбам. И эти надо бить, и те. Быстренько, быстренько, далее ауе всю хуйню. Те две освободили людей, там дамажить они должны. Это третья глыба уже падает. Или четвертая, блядь. Третья. Помогаем глыбу. А, блядь, да, это четвертая была. Все, фул по склепам. Освободили людей. Кто там ебланит, нахуй? Вы что, не видите, блядь, склепы? Это, наверное, интернет был. Вроде никого на лестнице нету. Вроде нет, токчик. Давайте играем. Сори, просто новичок и подумал, что ты. Просто пацана оклеветал. Но я готовимся, извинился. Притяжка. Готовимся, отбегаем. И 5% переводим. Брат, сейчас захилите меня, у меня 8 стаков. Так, 3% переводим. Full DPS. Вот скоро будет фаза, готовимся. Первый склеп в звезду. Вот фаза пошла. Бану. Готовимся. Первый склеп в звезду сразу разбить. Так, но стресс, милики ушли. Сразу его разбиваем. Че копится стоять? Копится стоять за глыбой надо. Скидываются. Так, я иду сюда. Будет притяжка, не бейте. Отошли. Не бейте глыбу. Должна быть притяжка, смотрим. Смотрим на босса, стоим ровно за склепом. Если будет еще склеп, просто вперед к звезде. Вот притяжка. И ровист метку в звезду неси. Неси звезду. Меня потом. Отвезите от рависта. Стаки какие-то. Меня разбейте. Вадикон. Это ровис не лагаешь? Следующую звезду и сразу разбить. По нему каплю. Дай этот массакру рарник. Не сдох, слава богу. Все, скидываем стаки, сразу разбиваем. Освобожденку уже не стакаем. Следующую звезду. Глыбу. А, умру. Звезду. Танков не пробить, и хилы. Так, что там до притяжки? 20 секунд. Все, эту разбиваем, все в сторону и добиваем 5 лямов. Будет притяжка, там надо будет отбежать, дадим гимны на хп, отбежим. Все в сторону, фул ДПС по боссу. В сторону бидон. Так. Притяжка будет через... Через 3 секунды. Вилаша, давай не зыбку, отбегаем.
Отбежите присты и давайте гим на хп. Все, и добиваем. Хуя себе. Можно было с первого раза? Ну так если... Если, блядь, не ебланить. Последние две недели, потому что пиздец. Ебать, клык упал. Так да, хули тут такого, блядь, я не знаю, чудесного, блядь, я не понимаю. Я тоже не знаю, блядь, никакого другого образа мы ебланили. Хотя ну, полурайда лежит, конечно. Ну это, ситуация такая, нахуй. Да на последней сдали. ДПСа дохуя, понимаешь? У босса, у босса 5 лямов. Биг дэм 15. Если бы мы несли еще одну, разбивали, и потом несли бы и ждали притяжку, мы бы просто на притяжке стояли и смотрели за боссом. На боссе 2 ляма и глыба еще, и мы стоим притяжку ждем. Как бы, ну, проще так. Да. Значит, кто у нас танчит? Давай посмотрим. Блять, клык. Хороший. Вилаша лутал. Я думаю, рарнику закину. Дай, пожалуйста. Давай, Гету, Вальку убейте. Сагра. Сука, убейте Вальку. Блять, одну убили, я забыл вторую убить. Убейте Вальку. Не дай бог вы там, сука, блять, сейчас на полчаса бой повешаете. Вот, сука, вот за одно похвалишь, за второе, блять, Вальку лагарят нахуй. Убейте Вальку, сколько у вас там людей? Не 5 человек, надеюсь, бичей, которые ну, ее пулят. Да не, штук 7. Даже половины нет. Сука. Чего у меня жопа горит, когда вы Вальку огрите? Ж пиздец. Так, покоритель. Брюль, тебе оно сильно надо? Мак, я тебе сколько отдал? 3 штуки? У тебя 2? Ладно, брюль, дам. Если не надо будет, магу отдашь. Завоеватель. Надо кому-то? За это у меня вроде ни одного нету. Хоть возьму один, блядь. Чё там осколок? Ага. Вот видишь, быстро осколки идут. Сейчас ещё слеча будет. Так, а я кому дал? Клык рарнику, да? А я тебе ГП не давал? Сотку. Давай. Так ничего не лутаешь, ходишь. 250 ГП. Суманите на лича, вы там убили Вальку? О, да. Нахуй нам этот квест на десятку? А это если получается... Ой, блядь. На Синдру квест сделал, это еще можно? Это что же типа, да, когда да, это да. Был? Ну, Багруха, наверное, мне выпадет. Читать не вредно. Че там, блядь, нет сумона, что ли? Алло. Да, что мы сумоним, сумоним. Всех, что кроме ты, Вайда. Чё, ты тоже подтанчишь, да, рарника этого? Да, да. Еще. Так, ну поддержишь трэш и Вилаша босса. Тыкните на сумон. Да пока вы там тыкните, я уже вот он, блядь, его портал. Так, ставлю рыбу. Где эта хуйня, нахуй? А если инст несется, ну, фул и без вайпов, то там какой-то бонус есть или нет? Нет. Ну, скорее, если с вайпами, ты просто ГП. Такое невозможно. Вот и все. Так, позиция ваша. Этот, блять. РДД примерно в ромбике. А офтанк примерно вот так вот, чтобы до него добежать успели. Самое главное это, рарник. Ну, немножко вот так он за квадратиком. Самое главное, в квадратик чуму выносите. Самое главное, не бери мобов, вурдалаков много. Ну, ты знаешь, да, эту хуйню? Шаркарь один маленький. Если два шаркаря, то маленьких уже не бери. Там проблема, потому что надо будет смотреть чума, если вдруг на них диспелится. Проверка на пул. Ой, Акиса, ты в хиле будь. Да, потому что ты заражение, и в конце эта хуйня комната ебаная.
лучше подстраховать. Брюли готов? Не, ну надо подстраховать. Зубриджин, блядь, ты чё? Не, ну так-то можно, нахуй, если прям вообще на скеле. Это пиздец, это, ну да, это. Лучше перестраховаться, нахуй. Давай да не будем здесь свайпаться, пожалуйста. Закончим это и не будем страдать. Никак там той неделе, да? Ну мы по времени пиздец не успеваем, мы, блядь, полчаса пробали на ребуте. Вайп-профа плюс ребут, это полчаса. Вот сейчас, если бы мы в 11 заканчивали, это хорошо, но не очень хорошо. Это примерно... Диспеллит. Ну давай его на инновен диспель. Собирали долго. Давай, пусть он диспеллит. Четырем не все пришли. Собирали долго еще, да. Может день РС их сделать, просто сегодня не ходить, уже не дрочиться. Не, почему? РС-ку по нем добьем, нормально. Ну, если наличие не будем вайпаться. Да будет так. Герои! 5, 4, 3, 2, 1. Че у нас там? 3 минуты. Ай, наверное. На чуме. Могу я, блядь. Вот после этого заражения будет чумас. Готовимся. Геншин. Притон, блядь. Выноси. Так, я выношу. Ясно, нахуй. Вы что, сука, чуму вынести не можете, блядь? Алло, блядь. Геншин, как ты на притона? Притон, встань куда-то, блять, это. Как на тебя чума скинулась? Что за хуйня? Чума, 2 секунды, смотрим. Не ебланьте с чумой. Вадикон. Диспел. Два носка, блинк туда. Да сука, дайте вы время-то вынести людям. Диспел. Вадикон, выноси. 2 секунды, диспел. Вы что, сука, не выносите, я не понимаю. Уснули? Ребята, блядь. Это не весело будет. Чума 2 секунды. Биг Дэм умер, нахуй, я понял. Ганшот, резай его. Драмбаток, выноси. Два носка, выноси. Диспел его. Он сдохнет же сейчас. Вынес, успел? На вот этом вурдалаке, что ли, чума? Вот она в рейде, чума. Ебись, я риснулся, конечно, блядь. Выноси, шатер выноси. Акиса выноси. Мистери выноси. Разойдитесь, подойдите к мобам. Бомжи, блядь. Он тебя риснул, ты встал или сдох, или что случилось? Я встал и умер сразу. Потому что вы бичи, блядь. Так долго резали, блядь, он риснул, уже зима началась, блядь. Куда бы я стал? Он риснул и забежал, выбежал туда. Я встал и в зиму сразу. Чему не выносите нихуя не делаете, блядь? Этот, Вадикон Биг Дэма реснешь? Да уже не надо, я красный весь, все, он ее поломал. Дживса поставьте, вот здесь, в локовском портале. Ставьте Дживса быстрее. У кого Дживс есть? Не, рано. Вот ставьте Дживса. Дживс есть? Поставите? Не вижу. Поставили, нет? К лечу ближе подходим. Иди чинись. Дживс стоит? Это что-то не вижу, блядь. Скажите кто-то голосом. Поставили. Да, поставили. Иди чинись. Я не вижу Дживс. Сейчас валик убьем, увидишь. Вон в локовском портале, где-то там должны были ставить. Поищи Дживса там. Осквернение 3 секунды, вышли из подвалика. С центра вышли, из подвалика вышли. Осквернение на Биг Дэме. Надеюсь, ты Дживса тебе не... Сду нахуй, я не вижу Дживса, где Дживс стоит? Где Дживс стоит, скажите? Всё. Да, это валик, который сейчас упало. Последний. Нету его. Сука, у вас что, Дживса нету? Давайте от этого осквернения до портала. На рейндж встаем, на кольцо железное. Милики вышли из центра. Осквернение 3 секунды.
Смотрим, где разливается искоренение. Вот, кружок все бейте, а то я улечу. Не хочу улетать. Я там полетел. Да бросьте меня. Я понял. Давайте вайпимся. Блядь. Да какой вайпимся? Давайте бейте. Вообще бегаю нахуй сломанный дамаж, блядь. Потому что люди джипсы могут поставить. Смотри, ШП стоит на краю. Вот видишь, я кликаю на карте. Равист, ресы равист воет, да? С центра вышли, осквернение 3 секунды. Съебались с центра все. После осквернения сразу, как лужа разольется, возвращаем центр лича и идем в центр. Все, я встаю. Дайте фулл баф. Валик фулл ДПС. Сука, замедляйте, Валик, станьте. Валик, 3 штуки бьем быстрее. Треугольнику больше. Осквернение 3 секунды. С центра ушли все. Хилы, совы, все ушли с центра. Танк тоже не заходи. Осквернение секунда. Все, осквернение разлили, возвращаемся. Возвращаемся сюда. С кружка до звезды будем лететь. Дохните, как бичий спирит. Ага, тоже улетел, да? Ладно, так пробуем. Валик фулл дамаг. Вот эту переднюю застанете. И фулл ОЕ даем, блядь. Осквернение 2 секунды. Вышли из-под валик. Вышли все из-под валик быстрее. Вот, осквернение разлилось. Все, бьем валик дальше. Осквернение разлилось, бьем валик. Вальки улетают, сука. Ну стан, замедлите. Пиздец. Играйте лучше по валькам. 3 ДПСера нету. Так. Фулл ДПС по личу. Поведешь в сторону звезды. Переводим лича. Валькам стан и фулл ДПС по личу. 2%. Осквернение. Валькам стан. Осквернение секунда. Разбегаемся от лужи. От лужи разбегаемся. Все, за личом идем. Идем за личом. Фулл ДПС. Вы его пьете, блядь. Ебать, осквернение. Подвалит, разбили. Нахуй вы его... Нахуй вы по луже побежали, блядь. Провист. Пизда, нахуй. Вы что, блядь? Дрочите, что ли? Вы чему не выносите? Лужу разлили, между нее я пробежал. Вы по луже побежали. Вы что, слепые, блядь? Ну там тотем не диспелит. Че там диспелило? Посмотри. Да нет. Блин, на ШП агро сорвал вообще. Пиздец какой-то. Шо с агро? Ну, Омен скачай, смотри, когда ты срываешь. Ну, так там. Я смотрю в Омен, блядь. Ну, типа, он уже не моментально. Невозможно агро сорвать. Быстрее на лича бежим. Дохнем, как бичи просто, обоссанные. Геншин, ты чему умеешь диспелить? Чтобы, наверное, не отвлекать. За секунду до этой хуйни. На 4-й секунде. Я щиты кидаю. Скорее, кто-нибудь другой диспелит. А киса подиспалишь? Давай, Зубраджин, ты. Я могу сам спать. Пускай Зубраджин. Там 5-й хил. Там щитки эти 20 пухи дадут, и нормально. Хули вы сдохшие лежите, я не понимаю. Ставьте шкаф, сумму на нем пока не бежать будут. Жрите рыбу. Тыкайте на шкаф. Принимайте сумму. Раску по ДКДч, пожалуйста. Нажимайте, да, добавляется. По количеству спускаться будет. Все готовы, запускаю.
Поверните камеру, себе удобно сделайте, сука. Вот все, кто в ромбике стоят, РДД, приготовьтесь выносить. Если вы, сука, не успеваете, встаньте вот здесь. Только не вот так, не вокруг, не друг от друга там хороводом. Чтобы вы успели донести эту чуму. Вам нести ее надо секунду увидеть, две секунды донести. На четвертой секунде с вас диспелят, блядь. Тут бежать пиздец, два прыжка сделать. Не ебланьте, блядь. Гамшот, сука. Забегай за нами вместе. Со звездочкой на меня смотри. Вот, блядь, на мне звездочка. Забегай на край, с края, блядь. Чтобы не упал никуда в пропасть, ни в зиме, ни сдох. И отбегай на осквернение, разбегай, раньше набирай между людьми. Мистери по водикону СС дашь на переходке. Дримботок. Тоже скастуешь, но потом на кого-нибудь придумаем. Потом скажешь, я сделал как. После заражения чума смотрим внимательно. Смотрим. Притон. Диспел. Отлично. Несложно же нихуя. Чума 3 секунды, готовимся. Смотрим, на ком чума. Так, два носка. Диспел. Сражника диспел. Так, 1% до чумы 2 секунды. Будет или не будет, не знаю. Заражение. Нет, не успел. Этих мелких просто зауешим. На край гуганшот зайди. Рейндж немножко наберите здесь. Два ханта по сферам. Все, духа ебашим. Две секунды переходка. Не упадите в пропасть. Перед ебалом духа не бежать. Зашли. На край зашли. Духа добили. Все, лича бьем. Давайте Геру похуй. На этой фазе. Фулл ДПС. Сейчас валик убиваем. Не ебланим валик. Убиваем быстро под Герой. Вот фулл дамаг по валькам. Нахуй ты в ромбике стоишь, интернет, блядь. Ромбик разбейте, сука. Осквернение 3 секунды, разбежались с центра. Ушли. Вот осквернение на танке. Все, возвращаемся в центр. Когда говорят под лича стоять, стоим под личом. Когда разбегаемся, разбегаемся. Интернет сдох, нахуй. Я ебу. Сука, интернет. Ты как гаслопата, блядь. Сейчас будет осквернение одновременно с вальками, имейте в виду, блядь. То есть на вот этот вот кольцо железное стоим, как звездочка показывает. Уже ушли из вальки. Милики съебались с центра. Быстрее. Осквернение. Все разлилось. Видно, где лужа. Теперь валик бьем. Все фулл ДПС по тем валькам.
кружку стан, перебежали туда быстрее. Все РДД, весь рейд, сука, не улича стоим, сука, объем валик. Вон они улетают, вы видите или нет, блядь. Вот, кружок добили и ромбик добиваем. Все, ромбик добиваем. Теперь с центра ушли все. Сначала будет лужа. Вот, лужа, 3 секунды. С центра ушли, танк тоже один, у тебя тоже может быть лужа. Когда лужа кинется, возвращаемся в центр. Все, в центр все возвращаемся. К личу идем, к личу, к личу, к личу. Стоим возле лича. Вальки хватает и спокойных убиваем. Ганшот, интернет, нахуй. У вас с тактикой проблемы. Вы дохлые лежите. Он улетел. Ганшот просто улетел. А, все, ладно. Фул дамаг, нахуй. РДД по кружку, милики вот эти две бьем. Он улетел, но обещал вернуться, нахуй. Осквернения разбежались, от лича ушли. Из подвалик ушли. Треугольник помогите добить, РДД все. Сыграйте там. Поставьте на ману что-то. Ставь бидон. Давай геншин на ману. Там потом, если надо будет, еще прочитаем. Листов до хуя. Переводим. Переводим фул дамаг по личу. Валькам гнев небес. Навен или рарник. И все, и это фул дамаг по личу. 1% на край, идем к звезде. Идем на край, на край, на край. Готовь массакру, массераур, Т4, всю хуйню. Четыре дух объем. Немножко растянитесь на рейндж. Вот с этой зеленый луч, нахуй, вот этот синий луч. Он не должен бить по всем 20 рейдерам. Немножко в рейндж вставайте. Сферы в два раза больше этот. Помогаем по возможности. Духа не сорвите. Духа не сорвите. Напуливайте духа. На будущее там между собой. Там первый, второй, третий дух договариваемся. Ханты, рога. В Гере это обязательно надо будет делать. Духа заберите, танки. Так, сферы. Четвертого духа добиваем сейчас. Это. Сферы сейчас помогите. Переходка сферы все сыграли. Все, теперь дух объем. 5 хилов сейчас сосредоточьте. Сейчас будет кого-то в комнату забирать. Кинуть щиток. Кинуть мгновенную хуйню. Ой, кого за... Шельфир. Ты знаешь, что делать. Этим оковами сбивается каст. Оковами сбивается каст. Перебегаем за лечом на другую сторону. Идем. Уводим лича. Осквернение 3 секунды. Готовимся. Осквернение справа-слева разливаем. И к личу сразу идем. Духи лететь будут на рейд. Все, к личу идем, к личу все. Не в центре там стоим, а к личу идем. Навилаша жнец, прохиливайте. Прячемся за личом. Все, фул ДПС. Как у тебя там дух умирает? Вроде выпустил тебя, да? Да, я вышел, все. Все, заебись. То же самое повторяем, перебегаем на другую сторону. Уже когда этот пидор кастует, вы уже двигаетесь, там хилы, вас всех касается, блядь. Осквернение секунда. Смотрим осквернение. Справа-слева оставили лужу. И теперь осквернение не показывает. Похуй. Все, бьем. Прячемся. Спрячь Талисс за лечом. Пойти на погеншину. Так, даю гимн на ману. Ставьте тотемы последние, все шаманы, у кого есть. В комнату Лока забирает, дал ему щиток вместо Геншина. Успел. Все, повторяем эту хуйню, перебегаем. Ой, бля, я тучку жал. В принципе, танк есть. Осквернение секунда. Осквернение на бигдеме. Бежали от него, бежим за лечом, прячемся. Дальше бежите. Прячьтесь за лечом, что непонятного, блять. Все, хилим 2 цели рарника. Щиток земли, чтобы на рарнике был на этом. Нифига ревность сработал. Ну да, духи так-то. Их надо стараться по одному ловить. Сейчас это. Духи, после него сразу осквернение, после этого поста. Осквернение. И идем за лечом и добиваем. Все, за лечом идем до портала и добиваем 1% на ходу.
прям на ходу захуяриваем. Нихуя сложного, блядь, все одно и то же, просто вот микрослаки, нахуй, вот эти все спула, блядь, смерти. Два новых челика в 230-х лежат, чилят. Бля, ну второй. Это ганшот, там интернет, нахуй, ну, как-то, блядь, это, надеюсь, получше будет в следующий раз, да? Надеюсь на ваш профессиональный рост. Ганшота я вообще сегодня добрал, блядь, в гильдию. Пишу, говорю, блядь, ЛК, обычка, говорю, тот пишет. С какой у тебя там этом левел? Здесь 47 уже. Мне как раз совы не хватало. Ну, вадикон есть, но он топовый. Зачем сова? Не пригодится. И же АДК, и ШП. Лучше, чем сова. Вот ты когда на леди придешь с АДК и ШП, и там, блядь, будут вайпы, нахуй. Вот с совой там не будет вайпы. Там друиды надо, чтобы вихри давать. Вадикон слышал, на леди в гире смерчи не даем. Это будет делать ШП и АДК. Да. Просто смерч это уникальная такая обилка. Она ни тебя не шотнет, ни ты никого не разъебешь. Топовая хуйня. Как бан локовский. Последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Ого, вагонов. Только сова звездопад может нажать в контроле. Правильно. И всех разъебать. Поэтому, блядь, три друда. Да у нее там не такой охуенный дамаг у совы, блядь, чтобы звездопада разъебать. Зависит от того, какой прохил по рейду идет, щитки есть или нет. И духов, если не хлопать духов, то там, в принципе, и захиливается звездопад совины. Я же залупа, боже, блядь. Сейчас я, блядь, отменю эту хуйню. Это, сейчас разролю эту всю хуйню. Ну, я не знаю, блядь, пойдете или хотите отдыхать сегодня? РС-ку. Мне кажется, сегодня, а то у нас РТ как-то, не знаю, сломается. Да, давайте. Сегодня. Не, Дрека, будем работать. В РС-ку после этого идем. Я просто предложил бы один день потравить и ХМ, и обычку закрыть и ХМ травить. Да лучше. Просто сейчас. ХМ все равно ставить в какой-то день, в любом случае надо будет. Смотрите сами. Да похуй на этот ХМ. Ничего с ХМ посмотрим. Так, завоеватель. Хуй знает, кому-то надо, нет вообще. На тебе, короче, на кого бог пошлет. Защитник. Защитник. Ханты надо вам? А то у вас у обоих аддона нет. Что за инс нельзя было поставить? Бидон тебе сильно надо? Или дать этому ханту? Все, бидон тогда дам. Можно дробяшку сначала? Давай дробяшку. Присты радуются. Хорошая дробяшка. Первый ПСа. Аркус. Большой посох Антонидаса, блядь. Так, по приору смотрим. Антонидаса. Получается. Это лучше на хила. Интернет. Интернет чилит, нахуй. Они чилят. Ну вот тут 100% нажимает шел. Ну короче, приз. Шалфир. Другой раз получат как-нибудь. Пока что Шелфир получит. Он хоть не сдох. Это. Так, 1250. Да и комнату прошел. На таком-то ШП, блядь. Все, это самое. Летим в эту, как он называется? В РС-ку. Так, мне там, наверное, зайти надо будет потанчить. Потому что, мне кажется, залупа будет.